Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и также Катя. Ура! Настоящее имя прозвучало в серии. Не Екати Фнафик, не Екати Попик, не Екати Жопик и там Екати Поносик. Ура! Просто, наконец-то мое имя. Я Катя! 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 Сегодня мы находимся там, где добро противостоит злу. Там, где существует сверхъестественная сила. Там, где демоны и ангелы сражаются за порядок на этой планете. Мы, дорогие друзья, в Челябинске сегодня. Не спрашивайте, почему. Я спрошу, почему? Так, сейчас я открою свою книгу со статистикой. Подожди, вот эта книга, да, она... Угу. Читаем. Челябинкс. 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 Самый распространенный город... Ой, нет, подожди, нет, заново. Короче, забудьте, мы просто в Челябинске сегодня находимся. Это все, что вам нужно знать. Ты там по статистике просто все. Там по статистике демоны и ангелы просто не были. По статистике. Так, давай начнем. В Челябинске по сосистике демоны и ангелы. Так, что нам делать-то надо? В чем прикол опять очередного челленджа от бога Майнкрафта? Сейчас все объясню. Дай мне секунду. Сегодня мы зашли в Майнкрафт, и естественно то, что слово «он», которое находится каждую серию над нами, бог Майнкрафта, сказал то, что сегодня мы будем сражаться с добром и злом. Ну, или мы добро против зла, или мы зло против добра, я, короче, не понял. Я добро. Так я тоже как бы добро, я не хочу каким-то демоненком там быть, но походу Майнкрафт уже за меня все решил. Я предлагаю для начала хотя бы добыть немножечко еды, это все-таки выживание. Кстати, да, мы немножко забыли то, что это выживание. И в каждой серии нам везет, потому что в каждой серии бог Майнкрафта нас посылает возле какой-то крепости или возле деревни. Здорово. Хотя бы, спасибо. Слушай, мы можем отправиться еще раз в эту крепость, возможно, там будут какие-то даже алмазики. Или можем Погнали! Сразу... Да? Ну давай. Так просто. Чики-бамбуни. Вы только посмотрите, что находится в моем инвентаре. Кто смотрел предыдущую серию с этими склонами, тот знает то, что я у своих же клонов стрельнул немножко изумрудиков, немножко зачарованных книг, четыре алмаза. Ты же понимаешь, с этих четырех алмазов я себе могу сделать мало того, что ботинки, так еще и алмазную кирку себе смогу сделать, а? Да, слушай, забери вот это железо, так тяжело таскать, а? 21 железо? Кстати, ты же понимаешь, что я прямо сейчас полностью в железный сет смогу себе найти. Минус. Ты понимаешь, я просто зашел в здание, за одним углом был мистер Крипер, за другим углом был мистер Крипер, сразу минус все здание. Ладно. Неплохо. Давай, падай. Ты знаешь, куда падать. Опять я? Ты, давай. Только на плиту, пожалуйста. Ой, нормально? Ты упала на плиту? Нет, не на плиту, все хорошо. Так, книга. Разящий клинок. Какой золото. Золото есть у нас здесь. Ну, как обычно, фигня. В принципе, сетла я тоже могу забрать. Может, они нам пригодятся. Здесь у нас тоже ничего. Здесь у нас тоже золото. Мне кажется, что мы даже здесь уже сможем золотой стральник скоро построить. Фигня, короче, очередная. Неинтересно. Оп. Ну, сколько тебя там ждать можно? Давай, вылезай уже наружу, Кать. Нифига себе, ты чё, ты даже не подождал-то меня? Я же вещи выкладывала стрёмные в сундук, которые не нужны мне. Ну, подождать же можно было, ща. Так. Оп, не могу. Уйди, нечистая сила! Ифриди! Ты дуремонда! Ты меня как будто первый раз увидел, ты что орёшь-то? Какая нечистая сила? Ты себя видел вообще в зеркало? Конечно, видел, с утра зубы чистил. Чё, видишь? Посмотри еще разочек! У меня рога появились! Во-во! Мне мама в детстве говорила то, что характер у меня как у чертенка, но чё-то я не думал то, что у меня на самом деле рога вырастут. Кать, я хотел ангелом быть, а не демоном! Какой с меня нафиг демон? Я ангелочек еще тот у мамы!
Я вообще сначала подумала, что это не ты, а какой-то зомбарь страшный опять новый в Майнкрафте появился. Да точно ты, ну-ка посмотри мне в глаза. А я просто вот с рогами! Чертенок! Это что получается, я своим же хейтером стану, злым чертенком? Я не хочу чертом быть! Так слушай, никто тебе не говорит, чтобы ты был злым, на тебя просто рога надели, ну подумаешь, это же... Ну подумаешь, у меня два рога сейчас на вот это на макушке выросло, нифига себе, Кать! Я спать буду ночью, рогами подушку дырявить буду, как с рогами спать-то вообще, а? Так слушай, ну нам же нужно искать везде свои плюсы, может быть ты можешь... Ой, Маринка, Так получается я тогда вот это, парень Маринки буду, что она вот это... Ой! Она меня бьет, собака, ты, я тебя сейчас рогами забодаю нафиг, что одну, что другую, ты на кого вообще вот это... Вот, смотри, плюсы же есть, смотри, рогами можешь убивать всех. Неплохо, конечно, но я что-то прилив злости как будто почувствовал. Ну ладно, погнали дальше. Кать! Мне не нравится твоя реакция, что случилось? Обернись, пожалуйста, у тебя из жопы перья торчат. А, нет, это не из жопы, это со спины. Я что, курица? Как бы да, но нет. У тебя крылья... У тебя крылья появились! Да ты гонишь. Обернись! Посмотри! Я так и обернусь и могу посмотреть на саму себя со спины, ну... F5 в Майнкрафте существует, нажми на F5! Японские крылья. А ну попробуй взлететь, давай, давай, вот, вот сюда, прыгай вниз туда. Ну как получилось? Неплохо ты взлетела. А ну давай еще раз. Так, сейчас, подожди, подожди, мне кажется, это не обычные элитры, вот, которые серенькие, это какое-то другое что-то. По ощущениям вообще не так. Так у тебя белые крылья. Ты смотри, как полетела, как птица, жар птица просто. Слушай, так тут даже не нужно этих фейерверков. Ну, они не хватает силы. Подожди, ты просто можешь взлетать? Да, просто вот так, хоба, и погнали. Кать, я тоже хочу крылья, почему я чертом-то становлюсь, а не ангелом, как ты? Ну все, давай, короче. Удачки тебе здесь, я погнала. Алло, если крылья вырастила, не значит то, что пацанов с района бросать можно, сюда подойди. Эй, ты чертик, вообще молчи. Еще скажи спасибо, что у тебя хвост не вырос из задницы. Надеюсь, то, что он, в принципе, и не вырастет. Пошли давай. Так. Я бы сказала, поскакали. В смысле поскакали? Кто поскакал? Посмотри на себя. Нет! Что опять со мной не так? Опять что-то произошло? Скажи, пожалуйста, что... Я не могу. У меня копыта выросли. Ты такой черт. У меня копыта выросли. Тебе реально хвостика не хватает такого сзади. Заткнись! Сейчас реально что-то вырастет. Какие нафиг копыта? Я не черт, я козленок нафиг какой-то, Кать! Да, кстати, давай попробуй мистера Крипера копытами зарубить. Давай так передними лапами, так чпок. Слабенько, как-то очень слабенько. Это что за дичь? На, бутылку! Уйдите от нафиг отсюда! То есть тебе крылья бог Майнкрафта дает, а мне козлят чьи ноги? Нифига ты злой какой стал, прям реально как черт. Ладно, черт, я пойду посмотрю в домах, может еда какая есть, хорошо? Давай, давай, ходит крыльями своими перхает, а мне все, что остается, это морковку здесь воровать, потому что у меня последняя курица осталась в инвентаре, я жрать хочу, Кать! Сейчас что-нибудь надыбаем, вот в домик уже захожу, только давай. Вот какой-то странный. Черт, я чертом становлюсь, ну как так-то? Здравствуй, добрый человек. Спасибо вам огромное, что приютили нас в этой деревне. За это я вам дам алмаз. Надо пройтись еще по квартирам и раздать всем, всем эту благодать. Мать, ты совсем с ума сошла? Бедные люди, у них ни в одном доме нет сундука, нужно им подарить. Кого подарить? Сундук?
Я всем раздам алмазы. Тебе алмаз, тебе алмаз. Купите себе сундуки, бедные вы люди. Верни алмаз, и ты тоже верни алмаз. Спасибо, уже 6 алмазов. Откуда у тебя алмазы вообще? Ты не должен себя так вести, чертенок. Верни алмаз людям, они нуждаются в них. В рот морковку засунь, не гори такую фигню. Какие... Ядрёный нимб на башке. Мать, да ты полностью в ангела превратилась. Хватит алмазы налево-направо выбрасывать. Мы с тобой ходим как бомжари, а ты алмазы раскидываешь. Маринка! Марины, это очень плохо так поступать, не делайте так. Какое зло вы совершаете людям? Одумайтесь. С ума сошла, вообще прям. Привет. Ага. Так, так. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Дом минирует. Ты что делаешь? Дом минирует. Да кто ж тебе сказал это дом поджигать? Я же просто ТНТ ставил, Кать! Я ничего не поджигала, ты зачем хотел? Ну, в смысле зачем? А чё он? Опа, алмазы валяются, алмазы отдай. Опа, ты вообще даешь отчет тому, что ты делаешь? Ты ходишь алмазы раскидываешь. На, забери свой поганый ТНТ и лучше расскажи, что со мной было. Я как будто в трансе была, и у меня алмазы везде, вот всем хочется раздавать. А мне раздай, дай пару алмазов. Дай алмаз. Эй, слышь, чёрт, ты вообще ведешь себя очень плохо. Нельзя тебе алмазы. Плохо ведет себя тот, кто алмазы налево и направо раскидывает. Ишь ты, почувствовала себя матерью Богородицей. Звездочки пускает всякие. Я тебя поздравляю, молодой черт. Обернитесь, у вас крылья. Хотя бы не хвостяра! Я эй, сейчас... подожди! Подожди, я сейчас могу летать и прям в полете ТНТ расставлять вот так. Какой же ты вредный черт, а! Нельзя, нельзя, ну ты такой злой, ну очухайся, ну ты же не такой. Нифига себе, наконец-то крылья, слушай, Кать, вот это я понимаю, чертиха и демоненок прям. Будь добрым. Алмазы на бочку. Будь добрым. Алмазы на бочку гони, тогда буду добрым. Ну давай я тебе дам один алмаз, только два. По своей доброте. Два. Хорошо, два. Три, да, хорошо, еще последний, тогда я буду добрым. Три это последний алмаз. Подожди, четыре, четыре вот всегда надо. Ты меня хочешь провести, не пользуйся моей добротой, молодой черт. Хорошо, так, 13 алмазов я уже только что надыбал. Слушай, я уже себе могу две шмотки алмазные скрафтить. Ты там не забудь поджечь вот этот ТНТ, если что, вот тот, который там валяется. Если Эдисон меня слышит, моргни три раза. В тебе сейчас говорит не он, это черт. Кому-то в гости Дед Мороз приходит. А кому-то не в гости... Не вздумай! А кому-то в гости чертовоз приходит. Так, сейчас будет небольшой такой подарочек. Добрый день! Кто налоги не платит? Ты налоги не платишь, мать! Слушай, просто каждый раз... Что у тебя? Зелье исцеления. Я не хочу, чтобы житель ушел на тот свет. Ну-ка, перестань его бить. Да, я мимо кидаю! Я неправильный ангел, держи! Да хватит! У тебя что, бесконечное зелье исцеления? Не могу понять! Вот именно что не бесконечное! Пожалуйста, оставь жителя в покое! Нифига себе, ты прям реально в добрые дела заделалась, да? То есть, а мне нельзя даже немного похулиганить, то есть я не могу просто идти по улице, поставить ТНТ и взорвать его, получается, да? Хватит, черт маслёвый! Алмаз на бочку взрывать не буду. Да, держи тебе алмаз, хорошо. Спасибо. Это вам подарок на Новый год. Вот так, держите. Полетели! Послушай меня, нам не нужно с тобой ссориться. Ты понимаешь, нас кто-то специально хочет поссорить. Поэтому держи тебе лучи добра и одумайся. Еще лучи добра. Еще нужны лучи добра. Давай, давай, ну. Ты не должен быть таким злым! Давай, давай, ты должен вспомнить все свое прошлое! Да я не злой, я разве что злой бываю только тогда, когда подписчики в комментариях спрашивают: Эдисон, когда у Кати вебка? А я уже миллиард раз отвечал то, что она скоро придет, просто задерживается с отправкой! Вот, возвращаешься! Слушай, нам реально нужно держаться вместе, подожди. Мы смотри... Я что-то реально каким-то злым только что был, у меня было дикое желание было все взрывать, сейчас... Как бы и сейчас так ты и так все подорвал. У меня и сейчас желание есть все позрывать, но как бы уже обычное желание не такое злое, как только что было.
Да ну в баню эти крылья, да ну в баню это вот это, магическую вот эту всю фигню, я ж... На! Забирай эти крылья, а я могу рога себе оторвать? Ну, давай попробуй. Да! Оторвал? Я тоже крылья сниму. Так, а как копыта себе оторвать-то, а? Ну, это уже посложнее будет. Подожди, я же могу надеть ботинки вот эти, я могу надеть себе штаны. И в принципе, их как будто бы и нет. Они есть. Немножко коленки просто торчат, а так все нормально. Ну слушай, вот эта штука мне тоже очень сильно нравилась, она звездочками пуляется, но я ее тоже выкину. А вот эту тарелку, светящуюся на башке. Попробуй оторвать. Тяни. Опа! Прямо у меня на глазах обычная Катюха вернулась! Здравствуйте! Больше не хочешь всё? Добро творить, не? Все! О, офигенно, нормально. Блин! У меня все алмазы испарились из инвентаря. А у меня их было целый стак. Нет! Мои тоже! У меня там было примерно 14 алмазов, осталось 4, так как было в начале серии. Ну вот, вот и все и вернулось на свое. Вот все и твори добро, как Катя, и твори зло, как я. Ничего не меняется. Давай закопаем вот эти демонические всякие вещи и больше их никогда не будем раскапывать. Да, а кто-нибудь их найдет в следующей жизни? Ну какой-то житель из этой деревни, пускай он находит. Я больше не хочу быть ни чертом, ни ангелом, ни демоном, ни дьяволом, ни кем. Все, до свидания. Закапывай. Вот так. Мы снова обычные люди. Эдисон и Катя. Да, мне кажется, мы вынесли из этого какой-то урок, не знаю, ты какой-то вынес. Ну, рога очень сильно мешают, и с копытами не очень удобно в туалет ходить. Ну, а у меня, кстати, наоборот, вот перья из крыльев постоянно застревали там, где не нужно застревать. Такое себе. О, эти челленджи! Этот бог Майнкрафта, который каждую серию нам что-то готовит. Да житель! Я бы на вашем месте выбросил эти крылья, они до добра не доведут! Мне кажется, у него тоже скоро и копыта отрастут, и хвост, и два огромнейших рога. Я все скрылся. Ну и удачи ему. Да, сосистика Челябикса нас вообще не подвела. Здесь реально очень много демонов.